такая вот каша. Сейчас лопнешь. Друзья, это именно на грудь брусья, не на трицепс. Когда ты едешь на мотоцикле, это совсем другие ощущения. Я становлюсь другим человеком. Еще одной рукой тяжело. Ну что, друзья, можете меня поздравить. У меня подъехал мотор, приехал в сервис смотреть, что за звуки, почему стучит. Поехали, погоняли тут, звуков не было, стуков. Но в итоге по приезде смотрим, в охлаждающем бачке просто овсяная каша получается, черного цвета. Два варианта, либо масляные радиаторы на мотор лопнули. Это первый вариант. И второй вариант, более печальный, то, что лопнул третий и четвертый цилиндр. Но, как они говорят в сервисе, по опыту этих моторов, обычно так и происходит, то, что въебывает третий, четвертый цилиндр, и все, и масло сочится. Так вот, друзья, выглядит антифриз. Такая вот каша. В масле просто уровень упал. Сейчас на вкус. Да, на вкус просто масло. Осадков от антифриза нет. Такие дела. Доброе утро, ребят. Я еще никогда не снимал себя дома. Сейчас 7:30. Кушаю, пью кофе. И с Таней идем в поликлинику сдавать кровь на ВИЧ и всякую эту хуйню. Ну, когда рождается ребенок, всем надо обязательно сдавать кровь. Все это документировать. Вот такая вот процедура. Забыл добавить, как я завтракаю. Завтрак – это обязательно белки в меньшем количестве, процентов 30, и 70% углеводов. Поел яичницу из 4 яиц и 2 бутерброда. Но не обычных бутерброда, обычный хлеб я не ем. Я ем только цельнозерновой хлеб. Обычный хлеб – это простые углеводы, которые ничего хорошего вам не сулят. Это те же конфеты, тот же сахар, который очень быстро всасывается. Очень быстро действует, дает энергию, но при этом потом забирает энергию. Действует он недолго, примерно там 20 минут. Вот поэтому нужно есть сложные углеводы, как раз таки вот цельнозерновый хлеб. Он богат витаминами, богат макроэлементами. Всем советую переходить с обычного хлеба на цельнозерновой. Он очень вкусный, такой твердый, идеально подходит для утра. Аллейка. Здесь сделали красивую спортплощадку, обязательно рубану на брусьях. Обратите внимание на то, как у нас одеты люди. Вот Таня. Видите, да? А вот я. Не знаю, видно, нет. Ну, в шортах. Не холодно. Закаленный. Как приятно выглядит эта аллейка днем. Ночью она превращается в столбище алкашей и наркоманов. А днем тут красиво. Ну, кто местный, с юбилейного поймут. Да, сдали кровь, встретили очень много знакомых. Я в шоке с того, что все рожают. Ну, кто-то по собственному желанию, а кто-то не по собственному. Не, ну, не все же хотят. Вот так у нас сделали аллею. Я вам скажу одну вещь. Я иду, и на меня смотрят абсолютно все. Один мужик просто вот так вот уже голову вывернул на 90 градусов и не может понять, типа, откуда я такой приехал. Если вы хотите, чтобы вам не было холодно в 8 градусов, ну, пока, в принципе, снега нет, занимайтесь спортом, качайте кровь по венам, не бухайте, не курите и принимайте контрастный душ. Это крутая тема, я его принимаю уже 3 года. С самого детства я закаляюсь в горных речках, не болею, чувствую себя великолепно. Нельзя взять и пройти просто так мимо брусьев. Я думала, ты на маленькие пошел.
придется, сука. Сколько? Сейчас лопнешь. Друзья, это именно на грудь брусья, не на трицепс. Я делаю брусья на грудные, руки расставляю вширь. Это тяжелее, тем самым вы отключаете трицепс и практически не помогаете себе им, и работаете на грудные мышцы, на нижнюю часть груди. Если они продольно туловищу идут, то вы грудью практически не работаете, вы ее просто растягиваете и все. Я сейчас еду на тренировку. Первая моя мысль была, когда сломалась машина, это как я буду ездить в зал. У меня сегодня тренировка спины. Я, как обычно, заранее продумываю тренировочный план. Сегодня я хочу прям вообще базу-базу сделать. У меня спина два раза в неделю. Когда ты едешь на мотоцикле, это совсем другие ощущения. Я становлюсь другим человеком на мотоцикле. Такой раскрепощенный, чувствую себя хорошо. Потому что это техника, на которой я езжу с детства. Нужно всегда знать, что человек будет делать. Ты обычно, когда долго ездишь за рулем, всегда понимаешь, что будет делать водитель через секунду, через две, что он собирается делать, где он будет перестраиваться, где он будет тормозить. Ты это все должен видеть, смотреть всегда дальше. Я об этом говорил в своем ролике, в гайде по шашкам. Кто не видел, обязательно его посмотрите. Я полгода занимался с тренером, с Андрюхой. Очень крутой тренер, очень много у меня научил. Объяснил мне, как правильно питаться, как правильно тренироваться. Прям дал азы, азы. Когда я еду на мотоцикле, я себя ощущаю совершенно другим человеком. Я понимаю, что мне можно делать все. И, конечно же, моя жизнь зависит только от меня. Если мотоциклист попадает в аварию... Так, ладно. Не люблю я так объезжать, но почему бы и нет, если все стоят. Если мотоциклист попадает в аварию, это, соответственно, все по его вине. Потренировался. Дикий кайф. Как обычно после тренировки я иду в сауну, парюсь. Потом под ледяную воду, так сказать, отгоняем коронавирус от себя подальше. Состояние глубокого релакса, и никто же не пропустит его. Я ненавижу тупых водителей, которые не могут понять, что они встанут на середине перекрестка, не будут на нем двигаться, но при этом перекроют движение. Вот, ну, это нужно быть очень тупым, чтобы этого не понять. И на самом деле у нас очень много таких тупых водителей, именно тупых. Я как бы сам многим говорю, тоже за рулем не нужно думать, оно все должно у тебя идти от сердца, так сказать. Все на подсознательном уровне, но это не значит, что вот даже в таких ситуациях нужно, блядь, тупить и не думать. Ты должен, если ты водитель, ты должен понимать, когда тебе надо проехать, а когда ты можешь постоять, пропустить народ. Друзья, продолжаю снимать, как проходит мой день. Сейчас иду гуляю с собакой. Ну, идем навстречу жене. Поэтому пошли по такому асфальтированному участку дороги. Все собаки лают за забором, смелые. В жизни к нему никто не подходит. У него отец в собачьих боях участвовал, был чемпионом. Ну, короче, такая собака ёбнутая. Ну, в плане к людям очень хорошо относится, а к собакам... не очень. А да, ребят, забыл еще сказать, то, что если вы гуляете с большой собакой, и вдруг она у вас покакала в неположенном месте, обязательно нужно носить с собой пакетики и убирать за собакой. Ну, хотя на самом деле службы уборки каждый день убирают, поэтому у нас в городе говна практически нигде не встретишь, но все равно лучше убрать, и так будет красиво со стороны собачника. Меня бесит. Побежал, поджал. Живодер, живодер. Собаки чувствуют, где мы.
нарушили связку. Пока мы прошли, встретили 4 кобелей. Один был женщиной, сукой. Но та его сразу увела, ну, чтобы он не получил пизды. Он Акса, ну, Акса его знает, он Акса знает, вечно со спины нападает. Уже, думаю, все, уже почти дошли до дома. И тут еще один кобель появляется, но он молодой, 2 года. Как бы по сравнению с Аксом, это щенок. Акс обычно на молодых не лает, а сейчас, видимо, заведенный после всех других собак. Тоже на него, его осадил, тут встал такой, холка поднялась и стоит вообще такой, все, и не двигается. Я говорю, иди, иди, все нормально, типа. Ну и, короче, прошли, и кобель до сих пор был в шоке. Ну вот я сейчас смотрю на него, он до сих пор в шоке. Еще одной рукой тяжело удержать. Вот, вот так вот. Володя ездит. Вот так я вот. Со самого конца. Блядь, со самого конца, блядь. А тут Янчик. Стесняется, спрятался, не хочет попадать на камеру. Ну ничего. Янчик женится. Жизнь есть. Дети, семья, свадьба. Мне кажется, твой блог сегодня будет неуспешным. Окно разбил, блядь, пиво на ковер пролил. Это он, короче, у него были вписки. Короче, ну жесткие, типа. И он все, что происходило, типа разбитое окно, типа ковер там обрыганный. Он все на меня сваливал, пидорас. Эй, мага, мага, не делай, мага, сделай лучший пульт, брат, это к телевизору. Мага, сделай, мага. Кого? Пульт, сделай к телевизору, подключи мне PlayStation, мага. Ну сделай. Помоги, не понимаю. Слово спорт и слово смерть с одной буквы. Как, брат? Второе какое слово? Помоги, слово спорт и слово смерть с одной буквы. Сделаешь? Снимал свой путь, подытожить видео. Такой вот получился влог. Встретился с товарищем, другом Максимом. Он учится в летном, вот только доучился. 5 лет он учился, и сейчас еще по контракту будет 5 лет работать летчиком. Видимся очень редко, раз в год. Но сейчас уже работать он будет в Ростове, уже не в казарме живет. Соответственно, могу приезжать в Ростов, видеться. Он очень хороший пацан. Посидели в кальянной, все покурили.
кроме меня. Вот, а сейчас уже подхожу к дому, так из частного сектора в новый город. Он прям красиво выглядит. Много таких высоких домов. Вот эта дорога, это прям трек. Раньше, когда был молодой, ездил на мотоцикле, всегда здесь разгонялся, в поворот этот заходил. Выхлоп привел. Это был Ильнур маршрут. Ильнур погиб вот в этом году. И мы байкерами тут всегда носились ночью. А сейчас уже, когда немного повзрослел, понял, что в этом ничего крутого нет. Неприятно людям, которые спят с открытыми окнами, слушать жужжание. Ты на самом деле ко всему привыкаешь. Но вот после 11 я здесь не газую ни на машине, ни на мотоцикле. И, кстати, людей таких, кто ночью здесь носится, стало намного меньше. Ну что, с вами был Джоггер. Я уже, наверное, на мотоцикле все это говорил. Либо еще скажу. Я не знаю вообще, как я буду монтировать. Я еще не делал таких выпусков без машины. Не знаю, что выйдет. Надеюсь, вам понравится. Вот. Обязательно поддержите меня лайком, комментом. Помогите видео продвинуться. Надеюсь, в скором времени отремонтирую машину. Посмотрим, что с Ютуба капнет. В принципе, уже нормально капнуло со стримов. Думаю, на этой неделе уже закажу запчасти. Если окажется масляный фильтр и масляный радиатор, то я уже буду на машине. Вот это кольцо никак не сделают. Здесь, в принципе, вот эту дорогу сделали, а по кольцу дорогу не сделали. И дальше по проспекту Чекистов асфальт сделали. Я очень надеялся, что около моего дома тоже дорогу сделают новенькую. Но что-то у них там не срослось. Они тоже, блин, дорогу сделали, потом ее вырезали кусками. Непонятно вообще, у нас бабки отмывают на этом всем. Ну, хотя бы вот в некоторых местах только асфальт прогнулся, а так в основном все более-менее круто. Ну, посмотрим, как переживет асфальт эту зиму и лето следующее. У нас обычно асфальт больше года не держится. Небольшие отрезочки из моей жизни. Она не особо насыщенная, поэтому снимать так-то нечего. Прям семью я не снимаю. Не вижу в этом смысла, не хочу публично все это выставлять. Я понимаю, что это нормально для блогеров там и родителей снять, и жену, но я немного другого и воспитания, и понятий, поэтому на всеобщее обозрение многие личные вещи я, естественно, не выставляю, как другие блогеры. Может быть, поэтому я так медленно продвигаюсь, но всему свое время. Я иду по своему намеченному пути и уверен, что в конце концов, меня ждет великий успех.